Ой, Капа, ты меня накормила, я теперь на неделю жрать не буду. Вот и прекрасно, я, значит, теперь неделю готовить не буду. Лунатик, здорово! Тихо, у меня дед спит. А, ну ладно, пошли гулять. Так, значит, тебе дед рассказывал, что он их кидал. Нет, он как-то их пускал или не выпускал. Может, отпускал? Ой, блин, вот это я поспал. Не понял, а где мои блины? Слушай, ни хрена у нас что-то ничего не получается. Вы опять мою общагу засираете, заберите свои блины. Извините. Боба, надоело мне эту траву жевать, а чего ты еще хочешь? Я бы сейчас блинов пожрал. Круто, я тоже так хочу, а? А ну-ка пошли, Боба. Какого хера вы жрачку выкидываете? Это такая игра, блинчики пускаем. Слушайте, если вы не знаете, чем заняться, давайте вы лучше будете кидать, а мы будем жрать. Ну окей, лайте. Бух. Ой, я не могу, я нажрался. Какого ты черта без спроса спер блины? Ну ты же мне сам рассказывал, как блинчики пускал. Ну а мы не поняли, как это так. Пускать блинчики — это такая игра, но это не значит, что надо пускать настоящие блины. Я сейчас вам покажу, как я это делаю. Вот, камушком. И парики. Раз, два, три, четыре, пять. Фух, Боба, я так нажрался этих блинов. Ой, теперь бы поспать. Какую мы красоту слепили! Башня разваливается, нам вода нужна. Я вам сейчас принесу. Плюх. Ой, сколько говна надо вытащить. Ла-а-а! Это опять ты, розовый. Мы ж тебе говорили в общагу нашу не ходить. Говорящее говно, отдай мне ведро. Раз я для тебя говорящее говно, ведро ты не получишь. Задолбал уже, откуда он эту кличку взял? О, мое ведерко. Ой. Задолбали, спать не дают среди бела дня. Подождите. Ща мы немножечко покосим. Во, говнюки малолетние, как вы мне надоели. И заберите свой сортир. Опять помойку в моей общаге устроили. Наверное, опять сверху кидаются. Отнесу говорящему унитазу. Да что ты расходился, иди ты домой. Я просто хочу найти ведерко. Просрал ты свое ведерко, вали домой. Говорящий унитаз, это мое ведерко. Ведерко? Не отдавайте ему ведро, а то он вычерпает всю воду, будем подыхать сидеть. Никакого ведра ты не получишь. Вы объясните мне, в чем дело. Эй, слабо догнать, розовый, догони. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. А-а-а. Да что за херня творится? Говорящее говно забрало мое ведерко. Ведерко? Не догонишь, не догонишь. А-а-а. Не догонишь, не догонишь, не догонишь. А ну остановись, говорящее говно, отдай мой цилиндр. Ну я и набегался сегодня. Все, не могу больше. Где же лунатик? Вот он. Блин, вы не поверите, я пошел за просто за водой, а там говорящее говно. Забрала мое ведро и начала надо мной издеваться. А там еще взяла и сперла цилиндр у дяди Писюна. Ой, какой цветочек. Пойду позову Милку. Какая красота! Смотрите! Только через мой труп. Ну и пошел ты. Ага, мы другой найдем. Лунатик, прошу тебя, пригляди ты за этим цветком, а то бабочки прилетят и отложат свой помет. Я хочу его Милке показать. Челенок, подожди! Эй, Боба, вроде на нашей поляне никого нема. О, посмотри, что это он там делает? Эй, Лунатик, ты что застыл? Мне пчеленок сказал посмотреть за цветком, вот я и смотрю. Ты посмотри, это он смотрит так за цветком. Вообще-то присматривать — это значит ухаживать. Ага, и ухаживать так, чтобы было ему хорошо. Так может вы мне поможете? Ну что ж, ты обратился по адресу. Так вы мне поможете? Спасибо. Закрой цветок от солнца, а то он засохнет, как в пустыне Сахара будет. Я все закрыл. Отлично, надо цветок напоить. Что вы хотели сделать? Напоить цветок. Давай еще неси, видишь, какая жара на улице, а то он засохнет. Давай еще, еще, еще. Ну может, хватит? Ну ладно, так уж и быть, хватит. Видишь, как ему хорошо стало. Теперь надо сделать самое главное. Надо корень цветка вытащить. Это ж надо быть таким тупым. Ой, что же я наделал? Биба, Боба, а вы где? Нахрена вообще я этих лоботрясов послушал? Надо все исправить. Что это за говно? Я вообще ничего не вижу.
Там такой классный цветок. Какая красота! Спасибо, что присмотрел за цветком. Да, спасибо тебе. Пожалуйста, если бы вы знали, как мне это трудно далось. Привет, Кузьма. Здорово, Лунатик. А почему мы пойдем ночью гулять? Чего ты так решил? Да просто адреналина хапануть. Крутяк, темно, как у негра в жопе. Слушай, что-то я уже от страха обоссался. Кто здесь? Господин директор чуть не помер. Как ты меня напугал? Извините. Пчеленок, тебя Кузьма испугался. Но это не считается. Я просто не знал, что это он. Слушайте, а вообще, откуда мы пришли? Ладно, сейчас я взлечу, посмотрим. Не, ребятки, у меня башка болит. Не взлечу я туда. Ой, что это за херня? Ну все, теперь точно нам хана всем. Мне кажется, мы тут не одни. Да нахрен нам кто-то еще. Да это какой-то таракашка. А это кто глазастый, а? Вот теперь точно валим, а? Держитесь, а? Слушайте, а я что-то не успела разобрать, а от кого мы бежали? Да нам страшно было. А мне не страшно ни хрена. Вот это страшилище. Как мы его только не заметили. Посмотри, Лунатик. Да это просто старый дуб. Ну, Лунатик. Ну нельзя же быть таким. Ты все ощущение страшное испортил. Ой, смотрите, опять эти фонарики. Ой, это за нами. Все, закрываем глаза. А, вот они где, засранцы. Дедуля, бабуля, а мы хотели испугаться. Ты бабусю чуть на тот свет не отправил, я так за тебя испугалась. Ага, знаешь, сколько тут маньячел ходит, представь, что бы с вами было. Все, домой, пока я офицерский ремень не взял.